А сейчас будем стричь коготочки 20-дневному Альфонсу нашим. Еще раз хочу сказать, что коготочки растут не по дням, а по часам. И у маленьких малышей нужно их проверять. А для чего? Они же еще вроде бы как не ходят, и какая разница? Они ползают, цепляются коготочками за разные ниточки, если где-то встретится им в лежаночке. А также царапают мамочку свою. И больно колят сиси. Мама будет всегда терпеть, хотя знаю, что бывают такие мамы, которые потом не приходят кормить. Поэтому следить за коготочками нужно очень внимательно. Не забывать, что у нас на задних лапках 4 пальчика. Вот таких вот. А на передней у нас вроде бы как 4. А здесь боку еще всегда есть 5-й пальчик, который нужно обязательно обстригать. Вот такое вот 20-дневное сладкое создание Альфонса. Голубой мрамор. Короткошерстный малыш. Обстриг коготочки. Вот такой ты сладкий. Купидоновить, да?